Так, давайте же посмотрим, что мне прислали. Вот так пакет сложен, заказ. Хочется мне каждую позицию показать поближе. Я думаю, что это интересно многим рукодельницам будет. Итак, вот это вот такая, как визиточка магазина с логотипом. И всегда я, когда и в шоуруме в Москве покупала, всегда вкладывают вот такую визиточку. И я, допустим, когда в сторис выкладывала, что я покупала в этом магазине, я эту визиточку тоже, ну, снимала на телефон, чтобы было ясно откуда. Также мне еще положили в подарок вот такой карандаш простой с логотипом магазина и с кристалликом в торце этого карандаша. Очень приятно. Теперь у нас есть дополнительная скидка плюс 5% по моему промокоду Шайдова. Как пишется моя фамилия по-английски, будет в описании под видео. Если вы будете вставлять этот промокод, то будете получать плюс 5% дополнительно к вашей скидке. С чего хочу начать? По договоренности с этим магазином, также они мне предоставили небольшие подарки, которые бы хотели, чтобы я тоже показала в обзоре, и чтобы вы знали, что эти товары также есть в продаже в этом магазине. Скажу я о них попозже. А сейчас хочу, ну, начать, наверное, с самого интересного. Это новая коллекция Сваровски. И кое-что из нее я вот купила. Сейчас я распечатаю вот эти большие гигантские кристаллы и покажу вам поближе. Я буду вот так вот показывать цвет кристаллов, кому надо, чтобы имели представление, что это за цвет. На вот этих пакетиках на всех написан размер, артикул и цвет. Кому интересно, может остановить стоп-кадр и записать. Но, в принципе, на сайте достоверно передаются расцветки. Но все равно нам же интересно, правда? Вот это очень большие кристаллы, 20 на 30. Я уже говорила, что я снимаю мастер-класс и хочу сделать именно с такими большими кристалликами. Сверкает у вас на экране? У меня сверкает. Очень красивый. Очень-очень. Вот он цвет и размер. Завораживает этот перелив. Я прям не могу его убрать. Следующий кристаллик. Это вот такой. И вот этот цвет написан его. И артикул. Каплевидный. Вот это обратная сторона кристалла. Я хочу сейчас сделать три больших жука именно вот с этими тремя кристаллами в трехцветовых вариантах. Так, цвет. Вот он. Очень красивые. Все кристаллы вот так вот очень плотно запакованы. Все открываю за камерой. Достаточно проблематично их вытащить. Вот такие необычные огранки. Ой-ой-ой-ой-ой, какие они красивые. Сейчас я вам покажу, какой это артикул.
Ой-ой-ой-ой-ой, прям вообще у меня слов нет. Вот это обратная сторона кристалликов. Да. Огранка, конечно, здесь вообще просто... Почему-то у меня не хочет фокусироваться совсем. Попробую в лоточек. Очень-очень-очень красивые вот эти кристаллы. Я в восторге. Артикул, размер и цвет. Там есть другие расцветки такой же формы, такой же огранки. Я думаю, что это будет мой фаворит на сегодня. У меня таких кристаллов не было. Я под впечатлением. Очень красивые. Также ко всем кристаллам можно взять ЦАПы, причем несколько вариантов ЦАП с разным покрытием. Я взяла такие самые дешевые, попросила, чтобы мне положили. Если у самих не получается разобраться, что к чему, чтобы ничего не перепутать, можете в заказе написать, чтобы вам позвонил менеджер, и тогда свои пожелания просто, ну вот как я сказала, что помогите мне подобрать ЦАПы и положите ЦАПы самые дешевые, потому что я все равно буду их оплетать бисером. Я уже примерно знаю, для чего мне нужны они. Вот. Но а там, естественно, есть разные ЦАПы, и подороже, и цвет разный. Вот каждый кристаллик лежал вот так вот в своей коробочке, видите, запакован был. Напоминаю, что я вам показываю кристаллы из новой коллекции. Вот этот такой необычный огранки кристалл, тоже очень-очень красивый. Вот это номер его, размер 20×10 и цвет. Тоже очень-очень красивый. Видите, какая огранка там? Прям вот видно каждую грань. Здорово. И ЦАПа тоже к нему. Идет тоже вот такая, она не совсем обычной формы такой, не совсем распространенная, скажем так. Здесь номер ЦАПы. Ну, я думаю, что там, в принципе, все понятно. Далее я купила еще жемчуг из новой коллекции. И жемчуг я купила, видите, в разных размерах. Идет он на нитях вот так, по 50 штук. Если 5-4-3, 5-4-3, 2 миллиметра, наверное, не было. А может, там где-то он. Нет, и 2. И 2 нашла я. Потому что я помню, что я весь размерный ряд заказывала от 6 миллиметров. А 6 миллиметров это вот этот. Вот такой вот цвет. Красивый. Мне понравилась эта расцветка. Хочу сказать, что вот на камеру смотрится чуть-чуть светлее. На самом деле он темнее. Вот эта расцветка, она потемнее идет. Так, и вот это артикул, размер и цвет. И еще заказала вот такой, очень красивый, просто очень. Но был в двух размерах, но постоянно там подвозят товар. И если вам что-то надо, вы можете выбрать то, что вам необходимо, и в течение 2-3 недель вам привезут. Вот эту я расцветку тоже хочу заказать в разных размерах.
И вот смотрите, ну, я же про вышивку говорю, и кто занимается вышивкой, вот мои наблюдения, если я, допустим, Сваровски заказываю одинаковое количество 5, 4, 3 и 2 миллиметра, то вот просто надо на одну упаковку 5 миллиметров заказывать 2 упаковки 4 миллиметра, 3 упаковки 3 миллиметра и 4 упаковки 2 миллиметра. Ну вот по-хорошему, конечно, просто это очень дорогостоящие покупки. Но лично у меня такой возможности нет, так много заказывать. Но расходуется вот у меня примерно так. Чем мельче размер, тем он больше идет в расход. Очень красивые бусины. Очень цвет просто супер. Называется он вот так. Так, если мы уже пошли по жемчугу, сейчас я вам покажу, какой я. Я маленькие заказывала размеры. В основном, наверное, не буду я вытаскивать. Вот такой. Такой серенький. Тоже часто у меня, куда он уходит в разных изделиях, его использую. Такой красивый. И, конечно, красивый весь, смотря куда и как. Вот этот вот очень красивый. Я такие расцветки очень люблю. Три и два миллиметра. Мои наблюдения тоже, я когда начинала заниматься брошами, у меня были большие размеры всего, а теперь мне хочется все мельче и мельче. И вот мне, допустим, уже и 2 миллиметра великовато, и 15 размер бисера мне хотелось бы, чтобы еще мельче был. У всех это так или нет? Еще вот такие я две жемчужины заказала. Они, сейчас покажу вам, как называется. Red Coral. 12 миллиметров. Мне надо, они конкретно на сережке. Поэтому я заказала две штучки. Если большие размеры жемчужин, то они идут, там цена стоит за одну штучку. На сайте тоже все очень подробно написано и очень понятно. То есть смотрите количество. Маленькие упаковки, маленькие размеры жемчужинок идут по 50 штук, средние по 20, а большие размеры идут поштучно. Вы просто заказываете то количество, которое вам надо. Вот этот мне очень нравится. Вот цвет. Белый молочный жемчуг, конечно, вот он чаще всего у меня используется. Вот такой он красивый. Таким оттенком переливается в голубой скорее, да? Немножко свечение такое есть. Еще я белый заказала, но белый я заказала, начиная от 10 миллиметров на каждый размер. Цвет.
очень красивый, очень-очень красивый жемчуг. И вот такой цвет кремовый. Много расцветок, конечно, в таких бело-кремовых тонах у Сваровски есть. Выбирайте тот, который нужен вам. Я руководствовалась тем, какие расцветки есть вот в разных размерах. По жемчугу, наверное, все. Перейдем к беконусам. Беконусы идут в упаковке по 50 штук. 4 миллиметра у меня размер. Вот так называется цвет и артикул. И вот такой вот цвет. У меня есть мастер-класс брошь-собачка, на которой я продаю и материалы. Также есть у меня вот коробочки именно с материалами Сваровски. И вот эти беконусы мне нужны именно для этого мастер-класса. И цвет вот этих беконусов. Вот этот. Дальше я заказала вот такие вот кристаллики. В основном по два. Вот этот только у меня один. Но это я тоже знаю, что я с него сделаю. И посмотрим их поближе. Вот такие красивые капельки розовые, опаловые. Такие 10 на 14 они. Миллиметров. Мне очень нравятся такие нежные расцветки. Вы видели, что у меня во многих изделиях стоит такой цвет. Вот так вот артикул. Размер и цвет. Очень красивые, нежные. Переливаются. Очень красивая. Очень тщательно все запаковано. Я пока вот каждый кристаллик вытащу из пакетика, очень много времени проходит. Хорошая очень упаковка в магазине. Вот этот, мне кажется, волшебный цвет. Мне он всегда нравился. Я видела его в изделиях других мастериц. И мне очень-очень нравится этот цвет. Но, наверное, сегодня очень часто уже и звучало такое очень-очень-очень превосходные эпитеты, ну, потому что их невозможно не произнести. Это действительно превосходно. Супер. Просто супер. Вот так называется цвет. И вот это 14 на 10 и 13 на 18 миллиметров я заказала.
Одинокий мой оливковый кристаллик, чей цвет мне также кажется очень-очень красивым. Вот так он называется. Очень красивый. Также я заказала цапы к этим кристалликам. И еще я много заказала шатунов в этот раз разных расцветок. Опять розовые опаловые вот эти, как и каплевидный кристаллик был. Вот это пакетик от этих шатунов. Вот такие белые прозрачные, которые тоже во много куда подходят. Ну и, конечно, вот эти, они уже идут в оправах. Сидит все безупречно. Вот это номер. Глубина такая, да, у этих стразиков. Рассматриваю вместе с вами. Заворожена. Вот такие расцветки я еще взяла. Они продаются поштучно. Можете выбрать то, что надо вам. И еще раз скажу, что на сайте расцветки очень достоверно передаются. Это большой размер шатонов. И взяла вот такие еще маленькие. Вот эти красивые в черной цапе. Голубые мне очень понравились. Очень-очень. Ну, вот так вот написано. Тут я не могу ничего сказать вам. Подписано вот так. Еще раз покажу вам. Вот такие. И вот такие. От этого блеска моя камера совсем расстроилась. Не хочет снимать. Вот. И еще на сайте продается бисер. Я лично заказала. Вот у меня совсем не было просто красного цвета японского бисера. Я заказала 11 и 15 вот таких расцветок. Сорок пятый. 25. D это значит потемнее. C светлее будет, B еще светлее. И вот такой оранжевый, 129. И очень красивые я еще заказала Миюки. Просто, просто очень красивый. Вот этот сатиновый бисер.
Я вам тоже показывала. Я делала бабочек с сатиновым бисером. Он, конечно, великолепен. Я даже сейчас платочек его высыплю. Вот камера расстроилась, да, не хочет камера у меня фотографировать. Совсем не хочет, очень обидно. Вот он, сатиновый бисер. Видите, какой перелив он имеет. Изделия с ним получаются, конечно, волшебными. И расцветка мне очень нравится, но я люблю такие расцветки никакие. Артикул это вот такой. Это Миюки. Супер. И серенький, который никак не хочется, не хочет показываться, но он точно так же переливается. Это вот такой артикул. И два вот таких вот оттенка. Сейчас попробую. Ну вот камера реально не хочет снимать. Все, она ослепла. Вот. Очень-очень-очень мне нравится еще вот этот вот оттенок. У меня такого оттенка не было. И я в восторге от него. Вот это его артикул. И вот этот оттенок я повторила, у меня такой есть, просто закончился. Это все, что заказала я, и теперь я покажу, что магазин мне положил для обзора, для того, чтобы вы знали, что эти позиции тоже есть в магазине. В магазине также представлены разные виды канители, разные размеры и разные расцветки. Упакованы они вот так вот по 5 грамм. Канитель жесткая, серебряная, 0,9 миллиметров, 5 грамм. Канитель серебряная очень часто используется. И вот такая вот канитель. Это, наверное, гладкая канитель, мягкая, 5 грамм, розовое золото, 1 миллиметр. Да, вот гладкая канитель, она мягкая, она не растягивается, когда пришивается. Туда внутрь этой трубочки просовывается игла с нитью, отрезаются нужные кусочки, которые вам надо, и закрываются те участки, которые необходимо в вышивке как-то украсить. Красивая, кстати, расцветка, вот это розовое золото. Также мне еще магазин прислал вот такой сутаж. Я сначала думала, что это тесемочка, но потом прочитала, что это сутаж. Я лично с сутажем вообще не работаю. Наверное, надо попробовать. Раз вот так вот получилось. Так, и что написано про этот сутаж? Так, сутаж, античное серебро, металлик, Италия. Вот, ну, такой он мягкий сутаж. Я знаю, у меня есть сутаж белорусский, я покупала, тот жесткий сутаж, а этот такой мягкий. Так, сутаж, канитель, и еще на сайте есть фурнитура всякая разная. Мне прислали вот такую заколочку. Основа для броши с прямой застежкой, 25 миллиметров, серебро.
Честно говоря, я не прочитала, чьи у них застежки эти. Имейте в виду, что есть такой товар. Такая застежка. И швензы. Что написано? Швензы 4,5 мм на 14, золото с фианитами на английском замке. Такие красивые швензы, средний размер, не маленькие, небольшие, с петелькой внизу, за которой можно подвесить что-либо, с фианитиком. Я смотрела, что там есть разные варианты таких швенц, ну, таких подобных, и тоже и под золото, и под серебро. Имейте это в виду.